В Конституции написано, что высшей ценностью является именно человек и его права и свободы. То есть каждый человек, его просто обозвали сектантом и назначили лидера какого-то якобы психически больного. Это касается каждого, в том числе и вас, если вы считаете себя человеком. О, автомат убрали. Да. Что такое случилось? Спасибо, говорю вам. Мне? Да. А я-то тут при чем? Как? Я ни разу не жаловался. Какая разница, они смотрят все. Выдал секрет. Они же все смотрят. Все. Моя мусорка больше не ждет ваш стаканчик. Жаль, Азар. Жаль. Чего? Обычно на 3 буквы посылают в суд, а тут сразу ко мне послали. Нет, не доверяю, есть отводы. Многократно отказались предоставить какие-либо документы, подтверждающие их личность, должность и полномочия. На воротнике, на мантии присутствуют 2 позолоченные пуговицы. 2 часа назад проверял, доступа нет. Это мошенничество. Подлежат уголовной ответственности или погашению. Подписывает документы разными именами. Состав Тихонова ОА. Состав чего? Состав окрошки. И должно быть от имени суда, а не от имени судьи. Ни разу ни письменно, ни устно не сослалась на статьи Конституции Российской Федерации. Конституция все не работает. У вас тоже режим, да? И с целью совершить преступление против всего человечества, не имеющего сроков давности. Вотум недоверия и утраты чести. Ну, я думаю, вам больше 25 лет, и вы наверняка в Советском Союзе родились. Некоторые судьи до сих пор не сдали паспорта СССР и, по сути, имеют двойное гражданство. Справки от психиатра и от психиатра-нарколога. У меня есть такие. А у вас? Поправочка, кто там кашляет? Я кашляю. А, вы? Да, вот. А когда человек кашляет, это говорит о том, что он сам творец у него забирает право голоса. То есть просто частное лицо, никакой ответственности. То есть акцептовали, согласились. Устроила какой-то прямой междусобойчик, между собой и 2 адвокатами, представителями ответчиков, которые сидят прямо напротив судьи, спиной к истцу. Мне неинтересно чьи-то залысины рассматривать. Но стол принесли. Благодарствую, что исправляетесь. Я смотрю, стул появился и стулья. Не стул, лавочка. Это прецедент. Я первый раз вижу, чтобы адвокат за судью оправдывался. Во-первых, один пришел за суд. Чего же обижаете казенного курьера? Я не обижаю, они сами на себя обижаются. Как же не обижали? Он пришел обиженный. Они по-человечески себя повел. Куда? С вами за один стол, что ли? Почему? Нет. И это сказал мужчина женщине, да? Это нарушение уже. Вы считаете себя человеком? Я являюсь адвокатом. Не признал себя человеком. Я лично возражаю, чтобы меня в судебном процессе не снимали. Я никогда никого не снимал и снимать не собираюсь. Я таким вообще не занимаюсь. Я не буду отвечать на этот вопрос. Благодарствую. Молчание – самый честный ответ. И это общественное дело. Дело касается всего живого человечества. Все человечество занесли вот в сектанты.